за русские народные песни. Ой, как на превьюшки залетят. Ой, сколько что-то я даже залип, мальца. Раз это, потерялся на секунду. Привет, с вами Руслан, вы на канале Пафф, и сегодня мы поиграем в игрушку под названием Pocket Mirror Golden Traum. Pocket Mirror Golden Traum. Собственно, это игра про какую-то что-то, я вообще не знаю, что это за игра. Я посмотрел, вроде отзывы неплохие, там все в восторге, как, ну, любители, наверное, таких, ну, так скажем, аниме-произведений, да? Возможно, они были в восторге, возможно, и все люди, даже которые не смотрят аниме, были в восторге. Я как бы, ну, не смотрю аниме, ну как, конечно, классику разную смотрел, там, типа, Наруто, там, Блиц, я уже не помню, если так давно было. Вот, Наруто недавно пересматривал, просто потому что по приколу, так, знаете, ностальгия была. Всякие там унесенные призраками, это ж косвенно тоже аниме, правильно? Вот, и ну всякие такие классические прям. А вот именно углубленно никогда не смотрел и особо не увлекался этим. Собственно, вот сейчас мы посмотрим, что это такое вообще. Что это за игра, это как бы образно, я вам опять же навскидку говорю, что это 8-битка, да? Ну как 8-битка, просто короче, простая графика, должен быть интересный сюжет и неплохой геймплей. Не буду, короче, нести больше никакой бредятину, потому что сейчас скажете, что я просто долбоёб. Нажмите любую клавишу. Я нажимаю любую клавишу. Так, созерцать. Дополнительно. Настройки. Дополнительно, что у нас есть, мы не можем открыть. Хорошо, настройки. Давайте откроем настройки. И сделаем звук. Это просто... Так, подтвердить, да. Громкость фоновой музыки. Так, уменьшаем. Фоновых звуков уменьшаем. Это тоже. Громкость звуковых эффектов уменьшаем. Смотри, мы все уменьшили. Понизить, повысить. Все, я готов. Так, Escape. Все, вышли отсюда, смотри. Заходим сюда. Общее. У нас тут есть... у меня... Так, сейчас, подожди немножко. Так, я вот так вот незаметно, пока никто не смотрит. Вот так, оп. Так, смотрите, здесь у нас полный экран в окне. Окей. Так, стоп. Не могу еще привыкнуть, короче, тыркать. Подсказки головоломок включить, всплывающие окна включить, классический вид выключить. Это что значит классический вид, не знаю. Всегда бегать выкл. Настройки экрана. Нет, настройки экрана не надо мне ничего. Все, давай выходим отсюда. Управление тут как бы ясно. Б. Надо было, наверное, джойстик подзарядить, потому что у меня джойстик сел. Будет намного, было бы намного удобнее. Давай посмотрим, что за игра. Может классная, может не классная. Так, вспомнить, созерцать. А как начать? Ну, вспомнить. Хорошо. Созерцать. Раз нельзя вспомнить, будем созерцать. Воспоминания держи близко к сердцу. Держу. Я готов. Так. А, наверное, подождать надо. Это, наверное, какая-то типа цитата. Цитатка, которая пока идет загрузка игры. Так, ну что, я уже долго держу, очень сильно долго держу. Может быть, пора уже отпустить их прошлое. Да, двигаться к настоящему. Точнее, двигаться в настоящем, но смотреть будущее и не держать. Можно держать воспоминания близко к сердцу. То есть прошлое держать близко к сердцу. В настоящем двигаться, а в прошлое смотреть. Цитаты великих людей. Арнольд Шварценеггер. Да не, ну что так долго-то? Не пойму, что это надо нажать? Может, что-то надо нажать? Ага, поймать. Нет? Ничего не ловит, смотри. Ctrl-R.
Ctrl это другое. Так, пробел, Ctrl, Alt, Tab, Ага, что-то нажал. Или оно прозагрузилось. Загрузочка долго. Опа, это я, да? Не, ну мы очень похожи, я вам скажу. Как ходить? А, где я? Ну, во-первых, где ты? Во-вторых, кто ты? А, да. Давай дальше. Где я? Так, а как вы... Так. Угу. Где я? Ходьба. Да ладно, что? Не-не-не, стой. Открой настройки, блядь. Настройки я не буду так ходить. Надо было джойстик, конечно. Было бы круто, но на джойстике у меня не получится. Не получится. Так, вправо. Право. Все, смотри, вверх, вниз, 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 вверх, вверх, вниз, вниз, вверх, 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 вниз, вниз, вверх, вверх. Все, теперь можно ходить с кем-то. Ага. Взаимодействие, смотри. Это же что? Получен предмет зеркальца. Это типа свет мой зеркальце, скажи, да все правда доложи. А, мое зеркальце. Да, твое зеркальце. А смотря, вот здесь что? Что случилось? Ну, зеркало. Ага, отражения нет. Не вижу своего отражения. Ну, я тоже заметил, кстати, почему ты не видишь своего. Давай еще посмотрим, может, ты плохо смотрел? Не, может, ты маленькая, просто она там... Что это было? Где? Так, ладно, стой, подожди. Ага. Вот могу что-то еще... Так... О, смотри, вот что-то еще. Получен предмет красный шарик. Стеклянный шарик. Ну, давай откроем. Ты же драться умеешь? Если что, просто сломаем ноги. Никого нет, кто-то стучал, никого нет. Что это за замок вообще? Что? Здесь никого нет? Так сильно чесалась голова, пришлось сходить в туалет. Вот. Здесь никого нет, да? Да посмотрим что-то. Так, вопросы. Везде вопросы, смотри. Везде какие-то вопросы, я не пойму. Вопрос это из-за перевода или вопрос это типа, ну, то, что она не понимает. А мы куда-то нажимать можем, нет? Или мышка здесь бесполезна, скорее всего, правильно? Так, и она очень странно ходит. То есть наискось она не ходит. То есть ходит вниз, вверх, влево, вправо. То есть как-то... шарик светится. Интересно. Так, смотри. Открываем. Пустой файл. А пустой файл это что? А, это, наверное, сохранится, правильно? Сохраняемся. О, прикольное сохранение. Так, хорошо. Так, давай ты вот здесь немножко встанешь. Спасибо большое. А куда можно идти? Это что? А, это проход дальше. А это проход вниз, а это проход вверх. Смотри, эта дверь поинтересней. Ага, заперто. Тогда ясно. Тогда выбор только вниз. Смотри, у нас есть шар. Да, я нажимаю, но не могу. Зеркальце. Не могу воспользоваться зеркальцем. Ладно. А дверная ручка сломана. Мне не открыть. Чё, это что такое, я не пойму. А что делать надо? А еще дверь, смотри. Дверной ручки нет. А как ты видишь вообще, что там есть дверь? Я просто ни одной двери еще не увидел. Смотри, тут лепестки какие-то. Что-то тут идет. Так. Закрыто. В смысле, ты же оттуда пришла? Не поддается. Так, а куда можно тогда еще пойти? Слишком ярко, ничего не видно. Слишком ярко, ничего не видно. В замочной скважине какая-то странная вязкая субстанция. Замочной скважине какая-то вязкая субстанция. Сейчас, подожди, стой. А ну давай, может, тут куда-нибудь сюда надо. Слишком ярко, ничего не видно. Это я понял. Ну, смотри, все двери закрыты. У двери нет ручки. Нет ручки и замочной скважины. Хорошо, зеркальце. А можно как-то воспользоваться зеркальцем? Нельзя, да? А в земле несколько углублений. В земле несколько углублений. Так, предмет. Использовать.
Как это можно использовать? Подожди. Ага. Так, а можно что-то использовать, смотри. А давай попробуем. Посмотреть. Золотое зеркальце с красивым цветочным узором на крышечке. На обратной стороне виднеется буква Г. Говно. Давай посмотрим, посмотрим. Сверкающий стеклянный шарик красного цвета. Так, давай попробуем, может, вот это использовать. Ай. Так, в общем-то, я что-то посмотрел, потому что я тут ходил, наверное, минут 30. Я все пересмотрел. Вспомни, давайте загрузимся. Загрузимся отсюда. Что-то какой-то... Мышку убери. В прошлый раз просто это не сработало почему-то. Подходит, хорошо. А вот, собственно, и ключ. Прикиньте, бред какой. Я полчаса пытался понять, что делать, а просто тогда не сработало. Я пытался, ну, использовать его, но у меня не получалось. Все, дверь открылась. Наконец-то. А, так. Тут еще лучше, короче, да? А такая красивая кукла, как она тут оказалась? Если б я знал. А, так. Что там еще есть? А, рисунок. И глядьте, что-то такое. А интересно, кто это нарисовал? Интересно, да. Интересно, согласен. А что это? Кто смеется там? Так, зеленый шарик получен. Шикардос. А куда-то выйти можно теперь? Кто там ходит? Кукла пропала. Смотри, кукла пропала. Эта кукла была не здесь. Не хочу к ней подходить. Я бы на твоем месте просто... Хрупкая на вид кукла озорно ухмыляется, глядя в пустоту. Хрупкая на вид кукла... Так, хорошо. Нет, я думаю, смотри. А может быть надо дать ей вот это? Шарик? А как дать ей шар? Ага, все, мы можем выйти. Смотри. Ладно, можно выйти отсюда. Я думал дать шарик. Кто-то смеется там. Вообще, кстати, не смешно. Так. А в земле несколько углублений. Так, зеленый шар, смотри, положили. Что происходит? Что там случилось такое? Что у тебя произошло? Кто-то там что-то открыл, и цвет начал другим светиться. Так. А здесь трудно дышать. А что это? Прости меня, прости меня. Я не виновата. Не бросай меня здесь, не бросай меня. Мне так жаль, так жаль. Это... Перо зловеще висит в воздухе, царапая буквы на старой бумаге. Прости меня, прости меня, прости меня, я не виновата, не бросай меня здесь. Так. Что произошло? Как я догадался сейчас? Я не знаю, просто ранду. Там внутри что-то сверкает. Достать? Не достать. Достать, конечно. Рука застряла. Нажмите. Так, подожди, а сколько раз нажимать-то? Рука в порядке? О, смотри, фиолетовый шарик. Отлично. А, прекрасно, я даже знаю, куда его нести. А что здесь? Перо лежит на бумаге, его кончик совсем истерся. О, это похоже на кровь. Да, я понял. Кровь капает со стола, на полу образовалась багровая лужа. Постоянно кто-то открывает двери, я не пойму. Вы можете постоянно не заниматься такими делами? А на земле несколько углублений, давай. Должна верхняя открыться. Так, нам нужно еще два шарика и один центровой какой-то, правильно? Пошли. Пошли посмотрим. Так, здесь цветы. Смотри, цветы. А, тут какая-то штука. Как красиво, только пыльно. Банкетка опутана старой паутиной. Согласен. А из носика заварочного чайника лезет мутная плесень. А что она лезет-то? Похоже, закрашена.
Тусклый свет настойчиво пробивается в комнату через грязное окно. Ага, опа. Милая. А? Кто здесь? Скажи-ка, какое сегодня небо? О, небо. Оно голубое. Ясно, спасибо. Вот, возьми. Так, еще. Ага, тут ничего нет. Шторки отодвину. Ладно, тут логика работает, согласен. Голубой шарик. Ну, я просто почему подумал, что голубое небо, голубой шарик, да? Как бы логично. Так, погнали. Хватит открывать двери постоянно. Хватит открывать двери. Так. В земле несколько углублений. Нет, только не багайся. Хорошо. Есть, отлично. Фух. Вставили еще шар. Смотри, задняя открылась. Так. Мы же отсюда пришли. Не поддается. Толкнуть. Толкнуть, конечно. О, что-то вывалилось стулом, подпертое было. Что-то подпертое было стулом. Так, очень темно. Так, везде кровь. Зеркальная гладь окроплена свежей кровью, стекающей парами на пол. Такое чувство, что это она писала эту записку, и она себя в отражении не видена. Не видит. Не видит, потому что она призрак какой-то. Следы. Палец. Да, я бы тоже испугался. Ты что делаешь там, бахаешь? Подожди, может, надо палец взять? Так, а ну подожди. А ну подожди, сейчас. Я не знаю, что там будет происходить. Закрыто, не могу выбраться. Интересно. Так. Так. Давай посмотрим, что здесь может быть. А зеркальная гладь свежей крови. Следы. Я понял, следы, да. А как нам? Давай возьмем палец. Нельзя? Так, уже немножко не по себе даже стало как-то. Так, нет, ну это я понял. Но следы же куда-то ведут. Опа, смотри. В свете солнца, меж огня и воды, покоюсь я на темной стороне луны и жду твоего пробуждения. Что это значит? Это значит, что... В свете солнца, меж огня и воды, покоюсь на темной стороне луны и жду твоего пробуждения. Так, нет, это палец всего лишь, костлявый палец. В свете солнца... Я просто думаю, может, это какая-то немножко загадочка, так скажем, да? С лепестком... лепестков ниточками тянутся багровые капли. Ты чё так? Ты чё? Пугаешь меня, блядь. Так, подожди, а если я... Вот так, не? А вот здесь, не? Следы. Да я понял, что следы. Так, подожди, стоит, смотри, там записочка еще раз. В свете солнца меж... Фига тут саундтрек такой, знаете. Покоюсь я на темной стороне луны и жду твоего пробуждения. Дверь открылась. Так, давай сохранимся. А, да, перезаписать. Перезапишем, так, давай подумаем. Смотри, куда нам надо. Заперто. Давай еще вниз сходим. Не хочу туда возвращаться. Хорошо, не хочешь. Смотри, тут красный. Тут голубой. И непрерывно мерцает. Смотри, тут голубой. Тут красный. Тут зеленый. Тут фиолетовый. Мы, собственно, все собрали. Тут раз, два, три, четыре всего двери. Давай зайдем еще раз.
Тут где-то должен быть проход, либо что-то такое. Записка, я понял. Следы, ну-ка давай. Может как-то воспользоваться... Я думал, мог как-то зеркальцем воспользоваться, не знаю. Написано ее зеркальце. В земле несколько углублений. В земле несколько... Слишком ярко, ничего не видно. В замочной скважине какая-то странная вязкая субстанция. Так, интересно. На подоконнике что-то лежит. В смысле, блядь? Так я же в земле несколько углублений. Да, давай вставляй. А может сюда поместится мое зеркальце? А, давай попробуем использовать. Открылась лестница. Короче, такая головоломчатая прикольная игрушка. Кстати, неплохо. Неплохо она сделана и очень классно выглядит. Мне нравится. Так, немного пугающе. А никогда не оставляй его, поняла? Я понял. Никогда не оставляю его, поняла? А нам не нужно было оставлять зеркальце в итоге. В итоге, короче... А, подожди, не туда. Можно наверх просто? А, подожди, вот смотри. Вот сюда. То есть вот сюда, смотри, мы вот так делаем. Сейчас мы сделаем все правильно. Так, что-то лежит, я понял. Ага. Так. Ага. Хорошо. Стоп, вот это давай использовать. Используем вот это. Теперь смотри, мы подходим. Зеркальце использовать. Так. Надо взять его с собой. Конечно. Получен предмет зеркальца, конечно. А вот это можно взять с собой? Так, пройдем сейчас. О! Я думаю, можно на этом закончить. Мы прошли, грубо говоря, первый кусочек главы, да? Разгадали головоломки, собрали 5, по-моему, 5 там было. Да, 5 разных шариков. Прикольная игра сделана, классно. Необычно, если понравится, продолжим. Ну, тут надо немножко думать. Тут все логично, да, то есть логика должна работать, и тогда очень просто все будет проходиться. Собственно, вот такая вот игра. Спасибо, что посмотрели. С вами был Руслан. Подписывайтесь на канал, оценивайте, ставьте лайки, комментируйте. Все ссылки находятся в описании под этим видео. Не забывайте про колокольчик, и всем удачи, всем пока.